Добрый вечер, в эфире Акьярская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. Последние новости из жизни района в материалах наших корреспондентов. В студии с вами я, Гульгина Сербаева. Ноября наша страна отметила один из главных государственных праздников – День народного единства, который имеет славную историю и глубокий патриотический смысл. В нашем районе в этот день хайбулинцы отметили сразу три праздника – День единства, День работников сельского хозяйства и День единой России. За ходом праздничных мероприятий, посвященных этим событиям, наблюдала и наша съемочная группа. В рамках празднования сразу трех праздников в нашем районе для гостей, прибывших из самой столицы, была подготовлена обширная программа. Первым объектом их внимания стал строящийся социальный дом по улице Акмулы. Ведь более 270 семей в районе на сегодняшний день нуждаются в жилье. Этот дом – первый экземпляр каркасного домостроения общей застройки 500 квадратных метров. Дом рассчитан на 8 квартир. Немаловажен и тот факт, что материалы для строительства дома поставляются как из России, так и из Германии. Сдается не по обычной схеме. По обычной схеме под чистовую отделку дома сдаются, здесь дом сдается под ключ. То есть ламинированные полы, оснащение туалетных комнат, оснащение кухни и так далее, и так далее, и так далее. Не остались без внимания и дома по улице Восточной, где на сегодняшний день завершается капитальный ремонт многоквартирных домов по программе реформы жилищно-коммунального хозяйства. Памятным стал этот год и для центральной котельной Акьяра, где буквально за пару месяцев был произведен капитальный ремонт. И сегодня центральная котельная с полной готовностью приступила к отопительному сезону. В последние годы в нашей республике уделяется большое внимание развитию национальной борьбы Куреш. Исполкому Международного союза общественного объединения Всемирного Курултая Башкир принято решение об открытии 200 школ по национальной борьбе Куреш в республике Башкортостан. В исполнении этого решения в этот день вручили сертификаты на борцовские маты школе Янтышева и подростковому клубу НОР. Тем временем в парке культуры и отдыха развернулись праздничные мероприятия и ярмарка. В районном доме культуры, открывая официальную часть праздника, глава администрации района Рустам Хайрулин отметил, за прошедшее столетие Башкортостан всегда был вместе со своей Россией и в тяжелых испытаниях, и в дни радости. Воинская доблесть, неустанный труд и яркие таланты наших земляков несли значительный вклад в развитие отчизны. Воинская доблесть, неустанный труд и яркие таланты наших земляков по праву внесли значительный вклад в развитие экономики и культуры нашей страны. В ее немеркнущие победы выработали и приумножили замечательные традиции межнационального и межконфессионального согласия, дружбы и братского сотрудничества народов. Я как руководитель делегации Башкортостанского регионального отделения «Единой России» сердечно еще раз вас поздравляю с этими праздниками. Сегодня уважаемый глава администрации Рустам Левлатович показал нам объекты. Прекрасно идет строительство. Конечно, не так быстро, как мы все хотим. Так? Человек так устроен, он хочет много и сразу. Конечно, так не бывает, уважаемые друзья. Строительство социально-экономической сферы, оно требует постепенных шагов вперед. И именно вот, учитывая вот эти проблемы, социальный фактор, партия «Единая Россия» в последний год буквально изменила свою стратегию и политику. Я бы даже не боюсь назвать так, что повернулась лицом проблемам народа. Это очень отрадно. Не все партии могут так видеть свои ошибки, их исправлять, поправлять. После этого вот эта пульпа выступает на флотацию. Давайте сейчас пройдем на флотацию. Маршрут праздничных мероприятий продолжится в Бурибае. Гости осмотрели производственные цеха Бурибаевского горно-обогатительного комбината. Главным объектом внимания стал новый пресс-фильтр, установление испытаний которого прошло совсем недавно. Эта новая схема обезвоживания медного концентрата позволила заменить старые малоэффективные энергоемкие дисковые вакуум-фильтры. Не осталось в стороне и малые и средние предпринимательства в районе. В Макане делегация осмотрела сразу два объекта. Один из них – цех индивидуального предпринимателя по деревообработке Марата Татлыбаева. В этом году предприятие благодаря поддержке руководства расширилось и переехало в новые, ранее пустовавшие здания. Это позволило создать новые рабочие места и улучшить производство. Вот видите, вот территория большая у нас здесь, будем дальше расширяться. Ну, планируем здесь вот спортивную площадку сделать, стадион, мини-футбольное поле будет.
пищеблок вот на улице строим, наверное, видели, подходили. То есть питание по себестоимости будет для своих рабочих. Потом будет автосервис небольшой, тоже в зимнее время, наверное, поддержка для нас хорошая будет. Заниматься будем ремонтом автомашин. Руководство районной республики отметило, что любой частный предприниматель, открывая новое дело, производство, тем самым увеличивает количество рабочих мест. Это, в свою очередь, способствует трудоустройству и повышению уровня жизни населения. Как бы тяжело ни было сегодня частным предпринимателям, но именно с развитием малого и среднего бизнеса связано дальнейшее процветание. Крестьянско-фермерское хозяйство «Доминев» появилось только весной этого года. Однако руководство хозяйства живет большими планами на будущее. В настоящее время в хозяйстве 140 голов скота, количество которого уже в скором будущем планируют увеличить. Краше будет вся страна! Россия! Матина моя! Стихами и звонкими песнями встретили гостей учащиеся школы села Подольск. Именно данное учебное учреждение стало конечным пунктом маршрута. В этом году здесь, благодаря финансовой поддержке «Единой России», был произведен ремонт, который не делали с 60-х годов. Это заменена полностью 100% кровля, наружной работы, отмостка, цоколь, значит, все крыльца входные, парадное крыльцо чуть-чуть еще не закончено. Значит, три запасных выхода. Вы, если выходили, вы видели, что там, значит, выложена красивая плитка керамогранитная. Эти крыльца будут, значит, во всех четырех входах. Значит, и вот осталось, я говорю, да, и, естественно, ну, надо отдать, то уже глава говорил, значит, заменены полностью окна, заменены на пластик. То есть пластиковые окна хорошие, долговечные, теплые. Корбан гаите Худайга инануды, угағына табынуды көрсеткен изге байрам. 6 ноябрь күні Райымдың Бүрібай қасабығы мәсетінде бөте мұсылман қардаштары біт ұшы матур дұл байрамға ейілді. Бідің қабарсы бітті Құрман ғайтында болып өтті. Құрбан байрамы ямғайетті тегірділік орынлаштыруға зұр өлі шендіруімінен әхемиетлі. Кішілік қиметтерін юғары қойған бүті халықтың да Құдай алдында тегір болуын ратлаған, ислам дининде бұл күнгі әлік-іліктен зұр иқтибар берілген. Құрбан ғайеті күнінді хақ мұсылмандар диндаш тоғандары, яқындары мінен аралаша, мұқтаждарға ярдам еті, бір-бірігін ізгі күн мінен құтлап, ұсын көңілден байрам еті. Байрам күнінде Бүрібай мәсеті мұсылмандар мінен тулы болды. Мұсылмандар бір-бірігін сәлемләп құтлап сықтылар. Артабан қатын-қыздар хайыр таратып сыққас, біргәләшіп мәсеттің қадіреті мінен дұға қылып, құрбан ғайеті намазын оқынылар. Намаз оқығандан соң Бүрібай мұсылмандары келген қонақтарға Құрбан байрамының тарихын сөйледі. Дүнияларда иманлық, араларда татулық, ел күндерімізде тыныштық болып тұруын, келесі байрамдарды да шаттық қуаныштарымен ғана қарсыларға тілеп өтті. Намаз оқу ол сәламат һәм мәдди мүмкіндігі болған һәр кім үшін мұтлақ өтәдерге тиешілі бұрыс. Артабан байрамға келген мұсылман қардаштар ғибадат қылдылар. Келген қонақтар оларға өз тілектерін білдіріп, хайыр берділер. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Мне очень радостно сейчас видеть, что кроме людей пожилого возраста, здесь сидят и молодые, и совсем юные ребята. Все-таки надеюсь, что через них мы действительно получим не только дорогу к раю, но и рай на земле. Хурматлы мусульман қарастарым, бүйік байрам, Ғайдыл әтқа Құрбан байрамы өтті әлігіне мұна бүті район мұсылмандарын сол ұлы байрам білен құтылайым. Бүті өзгелі Аллаха тағала хаулық беріп, тәуфиқ беріп, Аллаха тағала құшқанларын өтіп, тыйғанларын тыйылып, ясарға насип әйләхін. Осы Бүрібай мәсетінде біз хайбат етіп өткердік осы. Хайбат етіп өткердік осы ұлы байрамды хакимият басшы, район хакимият басшы Рустам Равдат ұлыла келді. Рахматты біз оға рахматлы біз. Хәм де өзі біздің комбинат директоры Рустам Бұрханиддин ұлыла келді. Соға солай хакимият, ауыл хакимият біләмәһі басшылығы бүтәһіле құтлап хайыр тараттылар. Мына хәзер бүтәбезді ұсталайға барып, ашқанаға барып, мәктәп ашқанағына барып, тағында дағам етәбіз ұсы байрамыбызды бүтәбізге әлі Аллаһта хаулық берһін, тәуфиқ берһін, екі дүния рахатын берһін. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракату.
Бұл байрам мәсеттен сыққас мәктеп ашқанағында давам етті. Келген қунақтарға мәктеп ашқанағы қызметкердері байрам табыны әдірләні. Бисмиллахиррахманиррахим, әлхамдулиллахиррабдилаламин. Алла берға ұшы өзі білдің нөбәрәк ғейт. Құрбан ғейті біл, имен аман үтін Аллах тағылан бәлі қазағыз болған, юрттілерге танысылық берген, алларымызға именнік берген. Хотелось бы всех поздравить, всех мусульман района, республики с этим действительно замечательным праздником. Пожелать всем здоровья, благополучия, чтобы всегда над нами было мирное голубое небо. И чтобы такие праздники были как бы продолжением хорошей и плодотворной жизни. Азат Бахарбаев, Рустам Имангов, Айнур Рахматов, Янгултар Хадматы. Дом престарелых, который 2 года назад был перевезен в Ивановку, вернулся в Акьяр. Теперь пожилые люди будут жить в здании, в котором раньше находилось это учреждение. Переезд связан с тем, что условия, которые были представлены для них в Ивановке, не соответствующие. Прежде всего, это отдаленность учреждения от районной больницы.